Как относишься к творчеству Бузовой? Ну, я не слушаю эту певицу. Да? Да. Ну, честно, как, почему? Ну, я однажды имела неосторожность прокомментировать, а потом подумала, что это очень неправильно, потому что все-таки о коллегах лучше не комментировать. Хотя мне кажется, что человек очень много трудится и очень много работает над собой, а это похвально.